Это дает существенное повышение доходности. Здесь сушильная машина, стиральная машина. Все стены антивандальные. В этом случае мы решили сделать так, чтобы уже не подходить к вопросу перекраски через полгода, а может быть через год. В каждой студии кондиционер. Если мы однушку, например, можем сдать за 30, то две студии сдаем за 25. Это 50 тысяч вместо 30, что заметно большая цифра. Уважаемые друзья, приветствую. Я еду принимать очередной инвест-объект. Мы делали ремонт. Небольшая квартира-однушка, которая разделена на две студии. Все это дело узаконено. Почти узаконено. Мы сейчас ждем окончательного... Разрешение было получено на перепланировку. Сейчас надо окончательные процедуры доделать. И покажу, как, что мы сделали в итоге. То есть это... формат относительно небольшого повышения доходности, потому что когда мы просто однушку разделили на две части, это не дает прям колоссального эффекта, как, допустим, когда делается там 3-4 студии, но это дает существенное повышение доходности. Грубо говоря, если мы однушку, например, можем сдать за 30, то две студии сдаем за 25, это 50 тысяч вместо 30, что заметно большая цифра. Но сейчас доедем, постараюсь показать все в деталях, что мы сделали. Итак, заходим. Вот у нас практически все готово. Юрий показывает, как что. Здесь у нас при входе тут бойлер, скоро повесится. Здесь сушильная машина, стиральная машина. Одна на две студии, тут шкафчик. В котором, да, там много всего, но горничную мы, наверное, не предполагаем. Так, там вот вентиляция. Это отдельная вентиляция, диффузор, да, который позволяет сушильную машину, она же очень много тепла выдает, чтобы не было душно в коридоре. Туда будет просто естественным образом вытягиваться воздух, чтобы не было запотеваний никаких. Это общий щит на две студии. Здесь, мы всегда стандартно так делаем, два счетчика на каждую студию. Вот такие они маленькие, их не всегда можно увидеть. Но тем самым они экономят место. Угу. То есть можно будет посчитать отдельную студию, первую и вторую. Ну, только единственный коридор отдельно не считается. Там розетки на стиральную машинку и на бойлер. Все стены антивандальные. В этом случае мы решили сделать так, чтобы уже не подходить к вопросу перекраски через полгода, а может быть через год, ну, в зависимости от жильцов, от арендаторов. Сделали сразу и надолго. Чтобы уже, если даже декоративная штукатурка повреждена, допустим, человек прошелся там чем-нибудь, ее можно локально восстановить кельмой, и этого не будет заметно, в отличие от покраски. Надо зашпаклевать, зашкурить и полностью перекрасить всю стену, поэтому я и люблю декоративную штукатурку больше. Итак, и мы попадаем в студии. Уже, наверное, по традиции мы ставим входные двери с зеркалами, чтобы не тратить место на их установку, тем более его здесь немного. Но при входе у нас получилось поставить и пуфик, и вешалку, и большой шкаф. И тем более он здесь не один, то есть студию можно комфортно использовать и на долгосрок. При входе мы также сразу попадаем в санузел. Да, у нас здесь... небольшой умывальник, потому что, как вы видите, прохода немного. Но мы сделали все абсолютно без нарушений, поэтому пришлось чем-то пожертвовать. Но зато мы не пожертвовали хорошим душевым местом. То есть оно большое, комфортное, и мне даже комфортно достаточно принять душ. Здесь немножко нестандартный подход. Решили сделать такие черные полотенцесушители и смесители. Смотрится довольно необычно. Даже, например, вот эта вот тропическая лейка. То есть люди могут принимать душ не просто лейкой, да, а встать просто под душ, и она будет литься. И мы попадаем в жилую зону. Здесь мы поставили дверь. Так нужно было именно по согласованию. Хотя здесь не особо место, если честно. Да ладно.
Мы попадаем в жилую зону. Здесь у нас и кухня, одновременно и рабочая поверхность, и стол обеденный. Также есть столик, обеденная зона, мини такая вторая. То есть можно разместиться, в принципе, даже не одному человеку. Холодильник, микроволновка, телевизор и дополнительный шкаф. Еще один. Есть особенность в этой студии. Здесь у нас диван, но он единым матрасом, без стыков, поэтому на нем спать достаточно удобно. Так, что у нас с балкончиком? С балконом мы положили теплый пол, поменяли остекление полностью. Есть моменты. Поставили стеллаж узкий, ну, как дополнительное пространство для вещей. Хранение. Почему бы и нет, для хранения. Здесь у нас вот такой стульчик садовый. Это стулья как раз для данной студии. Пока что стоят на балконе. В каждой студии кондиционер. В каждой студии это крайне удобно и увеличивает стоимость студии, наверное. Красиво подсветка светится, о, да, моднючая такая получилась. Ну, вполне симпатично. Какая тут площадь вот эта у нас? Именно вот здесь, именно жилая площадь, здесь 9 метров, 9 квадратных метров, то есть примерно 3 на 3. По-моему, даже побольше, чуть-чуть, ну, по ощущениям. Где-нибудь, может быть, 11, наверное. Может быть, да. Здесь есть еще особенности в данных студиях, мы их не просто делали, продумывая многие моменты. Первый момент относится к кухне. Кухня IKEA метод, серия. Это очень, ну, там как премиальная, можно сказать, линейка, но в то же время недорогая. То есть кухня прослужит долго. И обратите внимание, у них нет ручек. То есть вот, достаточно удобно. И здесь, и здесь. Почему бы нет? Здесь еще есть одна фишка, которую мы часто начали использовать, но здесь ее не видно. Это фильтр для воды. То есть смеситель с фильтром для воды. С одной стороны вода, а с другой стороны фильтр. В принципе, объясню. А как он сменяется? Ну, картриджи? Да, да. Вот здесь стоит три баллона, и раз в полгода их можно менять. И все. То есть, главное объяснить жильцам, что здесь как бы смеситель и фильтр. Потому что изначально его не особо и видно. Вот. Здесь также мы не всегда ставим пуфик, но чисто по моим каким-то ощущениям, потому что когда мы формируем студии, в первую очередь захожу я, и как мне было бы удобно жить в этой студии. Я решил действительно поставить пуфик, потому что человек... Пришел, сел, разулся, все комфортно, все прилично. Ну и также декоративная штукатурка, потому что она неубиваемая. Ну и вторая студия. Там интересней. Пойдемте посмотрим. Вторая гигантская. Ну, она и гигантская, здесь и гигантский санузел. И он на самом деле гигантский. Здесь мы поставили акриловый поддон, в отличие от соседней студии. Здесь позволили размеры. И вот такие вот латунные штуки, да, которые, ну, немножко добавили стиля. Не совсем обычного, как который мы пользуемся в инвест-ремонте. Так. Здесь студия также в декоративной штукатурке, в серой. Вообще люблю серые оттенки, ну почему бы нет. При входе вешалка, стол. И рабочий, и обеденный. Огромный шкаф. Их два также. То есть, если есть возможность поставить шкаф, ну, почему бы и нет. Здесь две полочки и перекладина. И также здесь. Главная ее особенность, то здесь, помимо того, что диван, здесь зона спальни. Вот такая вот. Шикарно. То есть... отдельная бра, отдельные розетки под спальную зону. Единственный момент, что оттуда нельзя будет смотреть телевизор. Ну, мы считаем, что при проектировании даже перед сном надо ложиться спать. Если захотел посмотреть телевизор, сел, посмотрел и пошел спать. Но эта студия большая, здесь можно разместить 4 человека.
Если вы интересуетесь вопросами инвестирования в недвижимость, создания пассивного дохода, то я приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость. Создаем надежный источник пассивного дохода». За 2 дня мы изучим с вами все основные тонкости, нюансы, фишки, секреты, которые позволят вам зарабатывать на недвижимости намного больше денег, чем это делают все остальные люди. Вы узнаете, как подбирать самые выгодные объекты, как их находить, как находить то, что почему-то продается дешевле рынка, как получить самые выгодные ставки по ипотеке, как не платить ипотеку несколько месяцев, как разбить квартиру на студии так, чтобы это было во много раз более выгодно, нежели при обычной сдаче, каким образом соблюсти все требования законодательства, как правильно с этого всего еще потом заплатить налоги, как сделать так, чтобы вы сдавали квартиру по максимальной стоимости. И еще огромное количество тонкостей и нюансов, которые будут на этом тренинге, которых мы не затрагиваем, не разбираем в открытых уроках на YouTube. Если вам эта тема интересна, крайне рекомендую посетить данный тренинг. Кроме меня, я там собираю еще обычно порядка 7-8 экспертов на этом рынке. Это управляющие компании, это риэлторы, это ипотечные брокеры, это строители, которые делают инвесторский ремонт и так далее. Сможете с ними познакомиться, получить их контакты и в будущем обращаться, если будет необходимо. Если вам тема инвестирования в недвижимость актуальна, приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость». Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, жду вас.